Да тихо, хорош меня закрывать. Блять, Сашка. Он еще больше, да, под наклоном становится? Или он так и был? Так и был, по-моему. Нет, по-моему, он еще реже стал. Ну что, ебнется. Ну, походу, что-то... Технология у них своя, проверенная. Ну, вот когда вот поднимать будут, тогда вот возможно, да? Не знаю, что... Кстати, если хрена она будет поднимать, она же воды, кстати, они хуй туда до конца не смогут просунуть ее. А там, походу, уже зажата еще снизу. Они рухлин начнут туда забивать, блин. Вот оно и может. И когда поднимать начнут... Вместе с рухлин нахрен оттуда все уйдет. Там один край может просто подняться, хуй она... Посмотрим, как он падает, блин. На нахуй. Сказал же. Есть запись. Запись? Да. Да. За этот поддон он стоит, блядь, 5 рублей, нахуй. Ёбаный рот, этот поддон, блядь. Ну чё, а где? Чё, никто не спалил, что ли, нахуй? Мы только одни увидели. Долбоебанцы, блядь. Мне вот тот, видишь, раком стоит, он его спалил. Ну. Я, сука, только отвернулся. Весь кирпич, сука, весь, нахуй. Пизда. Ютуал, ёбаный. Сука, строители, блядь. О, а где поддон? Всё проебали. Не да, блядь, хули. Я смотри, говорил же, пиздец. Бесплатно работаем. Да. Сейчас, подожди.